вот и диплом, подтверждающий, что Юницкий является инженером транспортных путей сообщения, выданный ему в 1973 году решением государственной экзаменационной комиссии университета. Вот представляете, сколько лет человек занимается развитием этой технологии, точнее технологии в этом направлении. Более 40 лет. Друзья, главная страница сайта Skyway. Инвестиции в Skyway – это ваша возможность стать совладельцем международной корпорации с перспективой охвата до 50 мирового рынка транспортных услуг. А все мы знаем, какая вещь сейчас творится на дорогах. Просто жуть. И вот Skyway предлагает решение этой проблемы. Это и пробки на дорогах, и скорость перемещения в нужном направлении. 3 года уже привлекаются инвестиции. Люди ищут из 200 стран мира. Помогают в развитии проекта. Более 400 тысяч инвесторов. Участвовать может каждый. Инвестиция минимальная от $15 США, друзья. Задумайтесь. Юницкий в свое время достаточно обил порогов у различных чиновников, а потом просто принял решение о народном инвестировании. И приобретая эти акции, акции именные, вы сможете получать дивиденды всю свою оставшуюся жизнь, надеюсь, долго. А также ваши внуки, дети, друзья и знакомые. Соответственно, количество ваших долей компании. Вот сколько акций вы приобретете, на такое количество акций вам и будут выплачиваться дивиденды. И вот почему было выбрано такое направление. Люди хотят самостоятельно влиять на свое будущее и готовы это делать. Когда конечный потребитель платит за развитие продукта, это доказывает его востребованность и необходимость на рынке. Я действительно хочу свое будущее строить сам. Я сам хочу решать, как мне жить дальше, а не чтоб мне диктовали с высоких трибун. Поэтому я и участвую в этой компании. Я приобретаю акции Skyway и инвестирую в нее. Чего и вам искренне желаю, друзья. Сейчас будет переход на новый этап развития. И вот на территории в Республике Беларусь уже действующие модели, пожалуйста, представлены людям. Каждый желающий, ну, лучше всего собраться в группу, подать заявку, и вы также можете прокатиться уже на действующих моделях. Это уже не фантастика, это вошло в нашу жизнь. Все, друзья, существует. Все сделано. Сделан огромный шаг в развитии этого направления. Конечно, за один день мы не уберем автомобили с бензиновым двигателем с улиц, но все в наших силах. Сколько можно терпеть эту гадость? Вот я уехал из Москвы, потому что в Москве, особенно летом, там просто дышать нечем, друзья. И это будущее. Что будет дальше? Вот я дальше хочу светлое будущее, нормальный, чистый воздух, чтобы не травиться при каждом выезде в столицу нашей Родины. И это в силах каждого. Если каждый внесет хоть небольшую долю в развитие будущего, мы изменим мир, друзья, поверьте. Вот, пожалуйста, Skyway этому пример. Захотели люди, собрались и сделали. Здесь же прямо на главной странице можете посмотреть, вот, городской транспорт, грузовой, но здесь не все представлены. Высокоскоростной, вот этот вообще произвел фурор на выставке в Берлине. Там просто
Там просто америкосы и все остальные. Ну и люди приезжали туда там с модельками, с какими-то, еще непонятно с чем. Ну, привозили стенды, делали презентации. А Skyway взяли и привезли действующую модель. Успех был, конечно, колоссальный. Это «Чудо техники», я Сергей Малоземов. Напоминаю, в течение всей программы мы ведем обратный отсчет в нашем рейтинге самых удивительных научно-технологических новостей недели. Сейчас 4-е место. Инженеры из Белоруссии предложили оригинальный вариант транспорта для инвалидов. Это автомобиль, в который не надо пересаживаться из коляски. Она заезжает туда по пандусу, и человек прямо в ней оказывается на водительском месте. Как и положено в 21 веке, машина имеет полностью электрический привод. Такие вот новости, друзья. И сейчас зайдем в кабинет. Так, друзья, ну что, входим в кабинет. Всегда помните о своей безопасности. Устанавливайте двухфакторную аутентификацию, друзья. И придумывайте длинный пароль, не менее там 12-15 букв. Вот так на сегодняшний день выглядит кабинет Skyway Capital. Те, кто первый раз, надо пройти верификацию. Она находится в разделе «Настройки». Вот. Там вы отсылаете скан своего паспорта, хороший скан, чтобы углы были видны, все. Верификация телефона тоже необходима. И в разделе «Персональные данные» вы уже можете сейчас оформить наследство. Вот так выглядит страница. И вот здесь вы можете оформить свои акции в наследство. Тут же в разделе «Настройки» вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы, друзья. Советую всем познакомьтесь с сайтом как можно лучше. Ну и в разделе «Безопасность» именно здесь вы можете установить двухфакторную аутентификацию, чем я и советую вам воспользоваться, чтобы защитить свои данные. Ну и в разделе «События» сами видите, вот здесь сейчас идет конкурс «Большой рывок». «Разбуди спящего». Это те, кто зарегистрировались, но до сих пор не инвестируют, не покупают адрес, самой акции. Ну, может, не надо людям. Я вот не буду в этом конкурсе участвовать. Зачем я буду людей тянуть за уши? Каждый решает сам для себя свое будущее, выбирает сам. Расписание вебинаров, телемостов. Пожалуйста, смотрите. Полезно посмотреть последние новости. Так, офлайн мероприятия, новости и международные конференции. В разделе «Новости» вы можете подписаться на новости. Видите? Нажать и подписаться. И советую это сделать, друзья, потому что, ну, чтобы быть в курсе всего, что происходит в компании Skyway Capital. Вот. Правда, некоторые вещи они публикуют с задержкой, с небольшой, но
Так или иначе, к вам на почту будут приходить уведомления, и вы будете всегда в курсе основных событий. Идем дальше. Раздел «Банкинг». Здесь вы можете отследить свои транзакции, пополнить счет, перевод средств сделать, запрос на вывод и реквизиты. То есть в разделе «Реквизиты» вы прописываете свои кошельки, откуда будете заводить деньги и проплачивать акции. Я пользуюсь Advanced Cash агрегатором. Соответственно, у меня там долларовый номер счета. Ну и вот так вот выглядит раздел «Банкинг». Для примера сейчас я внесу 1 доллар, чтобы показать вам платежные средства. Вот так вставляем сумму, прописываем. У вас проявляется кнопка «Выставить счет». И после ее нажатия вам предлагается различные варианты. Обязательно читайте объявление, что здесь написано. Можете оплатить криптовалютой, SWIFT перевод, платежные агрегаторы. Я вот Advanced Cash пользуюсь, мне это нравится, там нет процентов. Другие платежные системы, такие вот как Perfect Money, например. И даже предусмотрена оплата наличными через Евросеть. Комиссия есть, но небольшая. 2 цента. И вот раздел «Мои инвестиции». Наконец-то. Друзья, кто сейчас приобретает акции, изменился порядок. Порядок прописи на сайте ваших акций. Что это значит? Когда вы проплачиваете очередной пакет до конца, вот я до конца проплатил пакет размером 1000 долларов, и у меня инвестиционные доли в кабинете вот здесь в левом верхнем углу не отразились. Здесь они будут отражаться по новым правилам только тогда, когда будут зарегистрированы в реестре. Вот мой пакет, проплаченный сегодня. И видите, статус сертификата. Чтобы увидеть статус сертификата, надо нажать вот на эту кнопочку. И сможете все прочитать. И вот как только сейчас, на сегодняшний момент, говорят, что это будет сделано в январе месяце. И вот как только они пройдут регистрацию в реестре, в этот момент они будут отображаться у вас в личном кабинете, в левом верхнем углу. У вас появится значок вот такой, посмотреть. Но для примера я вам покажу самый первый. Вот так выглядит ваш сертификат. Европейский стандарт по международному праву. Уже прошедшая регистрацию в реестре. Рядом находится значок для скачки. Можете скачать в электронном виде. Но кто не желает, можете, не доверяет, можете заказать по почте, друзья. Как это делается, мне сегодня тоже задавали вопрос. Вы... Вот в верхнем левом углу видите телефон. Вы звоните туда, проявляете свое желание получить сертификат на руки.
я бы советовал лично получать, потому что сами знаете, как у нас работает почта. Менеджер, который ведет ваши сделки, находит вас. Вы сразу в телефоне предупреждайте, не забудьте, а то по почте вам вышлют. Потом будете искать. Вот, он находит вас, ваши документы, формирует их, оформляет сертификат, связывается с вами, по крайней мере, должен связаться. Я не получал еще, не знаю. У меня все это будет впереди. Но, как мне объясняли, происходит именно так, вся процедура. Он с вами связывается, и вы обговариваете, куда можете подъехать, в какой ближайший офис, когда, куда и во сколько вы можете подъехать для получения сертификата. Друзья, все сертификаты платные. $10 штука. То есть, вот у вас есть сертификат на 100 тысяч, значит, вы заплатите за него $10. Другой человек, который инвестировал, допустим, и у него несколько сертификатов, там он брал, инвестировал в рассрочку на $25, потом на $50, на $100, понимаете? Вот. Значит, он за каждый из этих сертификатов будет платить по $10. Ребят, если интересно, если честно, то мне немного смешно. Здесь есть, вы можете проинвестировать $15, да? Вот понимаете, если вы захотите получить свой сертификат за $15, вам придется заплатить еще 10, итого 25. То есть понятно, что выгоднее инвестировать в крупные пакеты. Вот. Так что под ценой сертификата прибавляйте $10. Это будет полная сумма ваших инвестиций в компанию. То есть стоимость самого сертификата и $10 для того, чтобы получить его на руки. Вот так будет, наверное, правильней. Ну и дальше в разделе «Инвестировать» вы можете видеть различные пакеты инвестиций. Мой пакет стабильный, в рассрочку. Я на таких условиях инвестирую. С бонусом в 5000 долей. Что это значит? Это значит, я делаю платеж сразу $200. И потом каждый месяц по $100 проплачиваю. За то, что я двойной платеж сделал сразу, компания мне начисляет бонус в размере 5000 долей. Итого получается 45 тысяч долей стоимостью $1000. Учитывая стоимость сертификата, $1010. Вот так это выглядит, друзья. Те, кто помогает развитию компании, у них есть возможность за бонусные деньги, это такие же деньги, такие же доллары, приобрести вот такие вот пакеты. Накопить и приобрести. Тоже. То есть вы приглашаете людей, они заходят по вашей партнерской ссылке, регистрируются, делают платежи, инвестируют, и вам компания выплачивает знак благодарности, партнерское вознаграждение в определенных процентах там. И вот эти деньги у вас копятся, вы можете их либо выводить себе на кошелек, либо проплачивать свои рассрочки по платежам, либо инвестировать, покупать вот такие вот бонусные пакеты. И вот пакеты долей для приобретения без рассрочки. То есть вы сразу вносите сумму и покупаете вот такие вот пакеты. Стоимость пакета по номиналу, дисконт, стоимость в долларах и стоимость в рублях. Вот здесь я как раз и смеялся. Видите,
$15 стоимость пакета минимальной инвестиции, но чтобы получить на руки сертификат, надо заплатить еще $10. Вот такие вот, друзья, новости. Такая вот ситуация с инвестициями. Ну, $10, если честно, я считаю, что это не те деньги. Если у тебя пакеты по $1000, это деньги, это, конечно, деньги, но это не та сумма по стоимости. Для сравнения, сколько будет стоить сама акция, когда компания когда компания пройдет все этапы инвестирования. Этапов всего 15. Вот сейчас будет переход на следующий этап, на 13 этап. И именно вот здесь, на сайте, вы можете наблюдать в онлайн-режиме, какое время осталось до перехода на следующий этап. И у нас осталось партнером, раздел партнером. Что такое инструменты партнера? Давайте посмотрим. А именно здесь, друзья, вы найдете необходимые материалы, необходимые ссылки для того, чтобы приглашать друзей или знакомых. В разделе «Партнеры. Магазин» вы можете приобрести вот такие вот материалы. Ну, по остальным ссылкам вы сами пробежитесь, посмотрите там план вознаграждений, статистика, история. Один из главных разделов здесь — это документы. Вот он заслуживает внимания, потому что в этом разделе представлены документы Skyway Capital. Пятнадцать этапов развития, договора, аудиторское заключение, договор конвертируемого займа, договор конвертируемого займа по рассрочке, аудиторское заключение. Все эти бумаги вы можете скачать. А именно как? А просто наводите вот так вот и скачиваете. Если либо просто посмотреть можете документ. Вот давно я не делал обзор по всему кабинету, поэтому ну так вот решил пробежаться, освежить память и вам рассказать, кто что-то подзабыл. Заходите на сайт почаще, смотрите изменения. Я его знаю практически наизусть. Но вот даже при последнем новшестве, когда Skyway Capital ввели вот такую вот функцию, когда ваши деньги уходят, но вот здесь вот не отображается никаких цифр, я тоже был сначала в растерянности, но потом понял, что они по-любому должны где-то отображаться. И вот я нашел их вот в этом разделе. Проплаченные свои сертификаты, которые ждут очереди для регистрации в реестре. Ну вот такие вот новости, друзья. Не так в целом. Кабинет сделан достаточно просто, функционально, никаких заморочек нет, надо просто к нему привыкнуть. А чтобы привыкнуть, нужно почаще заходить, смотреть, щелкать мышкой по новостям, ну и просто для ознакомления. Хотя, как я понял из недавних событий, нужно смотреть обязательно еще
другие сайты, относящиеся к компании Skyway Capital. Их страницу ВКонтакте, их страница в Facebook, ну и так далее. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать свой обзор по кабинету. Всем хороших настроений предновогодних, хороших заработков. Skyway нас только радует, за исключением таких небольших погрешностей касаемых. Это не относится к основной функции Skyway. А что еще сказать? Арабские Эмираты, стройка идет полным ходом. Это здорово. Это просто классно. Я уже выкладывал видео. Посмотрим, что будет весной. Говорят, растет на глазах. Что, друзья, всем удачи, предновогоднего настроения хорошего. Уделяйте внимание близким, родным, знакомым. Будьте богаты, живите здорово. До следующих публикаций.